Ну вот, удалось наконец-то найти шахту. Ну, идем посмотрим, что у нас там может быть вкусненького. Шахты я люблю. Там очень часто бывают всякие ресурсы полезные. Ух ты, как они все шипят. Алло, о, зависли. Так, ну, ресурсы у нас всегда в почете. Так, там был тын кристалл. Там мне сюда идти не очень охота, но красный кристалл я очень хочу заполучить. Так. Не попал. Так. Ну, я тут немножко походил, понабирал ресурсов, чтобы вам не смотреть на эту мою несчастное похождение. Так, ладно, отвлекся. Проблема в том, что я шахты очень люблю и очень часто на них зависаю. Когда я попадаю в шахту, я начинаю очень долго и упорно искать. Ну иди сюда, красавица. Меня это завораживает, и я начинаю очень сильно, забыв обо всем, собирать ресурс. Так, что нам отсюда выкинуть, чтобы не шала? Ну, выкинуть порох. Ах ты ж. Есть гнилое мясо, которое нам совсем не нужно. Но еще один. Так. Опять эти кристаллики кричащие. Ну, где-то, судя по звукам, спаун. Что это такое? А, спаун этих ядовитых жуков. А, ну это меня бьет. Кстати, вот они наверху. А, блин, как эти мышки мне надоели. А это на что? Это вроде бы... Не, это олово. Но все равно пригодится. Так, обещал идти в шахты, но сам себе увлекся. Значит, ладно, сюда я не пойду. Здесь довольно-таки опасно. Хотя в нано-костюме мне все ни почем, но не хочу рисковать. Береженого, как говорится, Бог прижет. Ах, сколько не колит-то, ну ладно. Раз он тут есть, он и везде будет. Так, тут выход из шахты. Да. Что ж. О. Маленький таракашка, такой настырный. Так, куда же нам сейчас идти, чтобы выйти к шахту? Да, придется мне вернуться. Так, идите наверх. Наверху пауки. Это чревато. Все, еще один. Откуда же у вас тут столько? Так. Идем наверх. Там вода. Так. Опа, опа, опа. Америка, Европа. Ну вот, мы попали в шахты. И начинаем исследовать на... Я вот люблю, чтобы не заблудиться, ставить на землю факела. Они обычно стоят где-нибудь сбоку или где. А на земле, если стоит факел, то... Так, тебя... Да, блин. Надеюсь, разобью. Не, мечом я тут 100 лет бить буду. Так, все. С этой проблемой разобрались.
Так, кстати, ниточки. Можем тогда, поскольку у меня эти уже почти что забиты, с помощью ниточек можем... Ой-ой-ой-ой-ой, это мне надо. Как это я так... Что это такое было? Так, камни закидываем, подбираем. И идем собирать ниточки. С помощью них можно довольно-таки неплохо... неплохие вещи сделать. О, кстати, там еще всякой ерунды. О, товарищ. Почему такой борзый? А потом еще смогу. Так. Ну, я там не хочу. О, тут что, два спаунера? Да? Судя по всему, два спаунера. Теперь представляете, зачем надо костюм? Без простым, даже алмазным тут, без какой-нибудь магии долго не проживешь. Так, ну опять я попал в паутину. Паутина в жизни пригодится. Той же рыбки половить где-нибудь в подвале. Да, больше времени у меня занимает сбор ресурсов, а не что-нибудь интересное, но, к сожалению, такова жизнь Майнкрафта. В моих планах походить по шахте, найти какие-нибудь артефакты, которые нам очень пригодятся в том крафте. Ух ты. Ага, судя по всему, набрал 64. 64 единицы ниток. Так, этот надо взять. Эта руда нужна для создания Сильвер Квик какая-то. Ну, короче, такая серебряная. Серебряный шарик, с помощью которого потом можно крафтить Void металл, этот черный металл. К сожалению, в моей версии Томкрафта его я скрафтить не смогу. Я только его смогу. О, где-то орк. О, кстати. Так, заодно и нашли проход. К сожалению, в моей версии я этого сделать не смогу. Скрафтить Void металл. Но в других версиях, в самых последних версиях Майнкрафта, из него можно сделать такие штуки, как броню. А зачарованная эта броня вообще идеальный вариант. Так, тут ничего. Пещерные гады. Так, ну... Отметим, что я тут был. Так. Тут что у нас? О, серебро. Это хорошо. В принципе, мне не надо так много серебра, но поскольку я уже его начал собирать, как видите, то я его продолжаю собирать дальше. Так, куда идти? Сюда или сюда? Пометим, что мы тут были. О, скорпиончики. Хорошо, что застрял. Еще один, этот ядовитый был. Так, забираем Quicksilver. Помечаем, что я тут был. Железа никогда не будет мало. Так, в данный момент я пытаюсь найти сундучки. Аквакристалл. Так, пришло время посбрасывать кое-что в сумочку. Угу, хорошо. Так, эту сумку.
Стрелы у нас тут лежат. Это можно, это что? О, наконец-то я нашел первый тайн-кристалл. Что-то нам надо выкинуть. Не нужно, да? Паучий глаз, допустим. Это сюда. Это сюда. Так, теперь у меня 5 кристаллов, по-моему, вполне. Нету желтого. Я до сих пор не нашел желтого кристалла. Кстати. У меня нету желтого кристалла. А желтый мне пригодится. Да, он мне пригодится. Время идет, а я так ничего и не нашел полезного. Но кому не понравится эта серия, у вас всегда есть возможность перемотать. Ну или просто не смотреть. Так, закрываем воду, забираем серебро. Довольно-таки много. Ух ты, какая жила. Ну вот такая жила, мне нравится. Первый раз я на такую нарвался. Так. Вот. Так, только сказал, наконец-то я нашел желтый кристалл. Так, поедем. Я вижу впереди еще один. Серебряный. Я их буду собирать до тех пор, пока они не перестанут кидать в сумку. Так, тут у нас ничего. Так, странно. Да, и тут я был. Вот еще серебро. В принципе, она нужна только для начала, чтобы создать синий, как он называется, синие провода и синий камень. Не, не синий камень, как он там называется, Blue Electro. То есть там мы будем создавать аккумулятор синего металла, печку синего металла. Или не металл называется, я не знаю. Это так довольно-таки хитрое название. Так, тут можно заткнуть эту дырку. Ах ты ж. Так, 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 так. Так, усмирили. Воду усмирили. Вот он, сундучок моей мечты. Так, ну что мы имеем? Угу. Артефакты. Забираем. Вот, чтобы создать такой металл, нам на инфузере надо... Так, железный слиток. Надо ли он мне? Ну, в принципе, не помешает. Так, опять все скидываем. У меня уже были синие металлы, не был. Значит, это мы перекладываем сюда, это ложим сюда, сюда ложим желтые кристаллы. Подожди, аква, аква. Ай, так я в два раза. Ну да, теперь полный набор, 6 видов кристаллов. Сюда ложим void, таниум. Он создается на инфузере, такой как бы стол крафта. С помощью обыкновенного металла и... Ну вот, нашел я сундучок. Так что я думаю, на этой ноте я пока не закончу цикл... Не цикл, а закончу свою игру. Так, опять ты тут. Глаз. Костная мука. Ну, нужна, но не очень. Так, что оставляем все это. И в следующий раз я игру начну, если найду что-нибудь интересное. Последующее видео будет последнее по шахтам, и будем искать место нового.